Дорогие друзья, начинаем 32-й выпуск программы «Дом культуры». В мае месяце родились две великие актрисы американского кино с одинаковой фамилией Хепберн. 12 мая 1907 года родилась Кэтрин Хепберн. А через 22 года, 4 мая 1929 года, родилась Одри Хепберн. Одри занимает третье место среди величайших актрис американского кино. А Кэтрин считается величайшей актрисой в истории Голливуда. Одри была удостоена Оскара и четырежды номинировалась на нее. А Кэтрин получила 4 Оскара, больше, чем любой актер или актриса в истории. А номинировалась на нее 12 раз. Поэтому начнем по старшинству с Кэтрин. Кэтрин Хепберн родилась в американском городе Хартфорде. У нее были очень прогрессивные родители, которые приучали детей к свободе слова, к возможности думать и дискутировать на любые интересные им темы. Кэтрин говорила, что ей очень повезло с воспитанием, и это во многом содействовало ее дальнейшим успехам. Она росла сорванцом, носила мальчишескую одежду, короткие стрижки. Отец хотел приучить детей не только развивать свои интеллектуальные, но и физические возможности. Он заставлял их бегать, прыгать, нырять, ездить на лошадях, играть в гольф, в теннис. Все это делала Кэтрин, а еще она любила кино и любила участвовать в домашних спектаклях. Решив стать актрисой, Кэтрин бросила университет и решила попытать счастье в Нью-Йорке на Бродвее. В течение 5 лет она играла в разных театрах различные роли, а когда ей исполнилось 25 лет, в 1932 году состоялся ее дебют в кино. В фильме «Биль о разводе» режиссера Джорджа Кьюкара. Фильм имел успех. Успех широкий, и не только у публики, но и у критики. А ее третья роль, роль начинающей актрисы в фильме «Ранняя слава» 1934 года, принесла ей премию «Оскар». И Кэтрин начали считать одной из сильнейших актрис Голливуда. Как вы думаете, по-моему, такое сочетание наиболее подходит? Ева Ловлес. Это очень симпатичное имя. Скажите, а какой у вас псевдоним? У меня? R.H. Hedges, если сокращенно. Роберт Харли Эджес, если полностью. Мне показалось, что вы сказали, что я ваш первый друг в городе. Почему? Да, не только первый друг, но и учитель. Вы так красиво говорите. Я знаю, что я говорю сбивчиво. Но могли бы вы... Я просто хотел попросить вас, не могли бы вы давать мне уроки? Но я заплачу вам, только не сразу. Я хочу заработать через некоторое время. Но я планировала заниматься у лучшего педагога, техникой речи, и думала заплатить позже. И еще мне нужно найти режиссера, который относился бы ко мне однозначно. Что? Однозначно. Вы хотите сказать недвусмысленно? Да, именно так. Мерси, месье. Вот видите, сколько мне еще нужно изучать. Вы будете давать мне уроки каждый день, но я заплачу позже. Но мне нужно лучшее или ничего. Я все оплачу. Я буду писать вам каждый раз расписку. Я уже знаю как. Я должна R.H. Хеджесу, дата и подпись. А когда я заработаю денег, я оплачу все эти бумажки. Ну так что, может быть, начнем прямо сегодня? Я живу на севере города и боюсь, что моя квартира не приспособлена для уроков. Не беспокойтесь, это не имеет значения. Вы можете сидеть и курить. Я тоже курю. Хотя во Франклине это не принято, даже в лучших семьях. Во Франклине одни буржуа и провинциалы. У них ужасные предрассудки. Знаете, если бы Шекспир жил во Франклине, моя семья даже не дала позвонить бы ему, потому что он женатый человек. А судьба Одри Хепберн складывалась иначе. Она родилась в Брюсселе, и звали ее Одри Кэтрин Растон. Почему она стала Хепберн? Ее отец... Джон Растон после рождения дочери решил прибавить к своей фамилии Растон имя Хепберн. После этого Одри стала зваться Хепберн Растон. Ее детство и юность протекали в Нидерландах, оккупированных в то время нацистской Германией. Там она училась балету. А после войны в 1948 году переехала в Лондон и стала работать танцовщицей в лондонских театрах. Она снималась в нескольких европейских фильмах и обратила на себя внимание американских агентов по кастингу. В 1952 году Одри Хепберн снялась в главной роли в американском фильме «Римские каникулы» и получила за нее своего Оскара. Она действительно там превосходна. А фильм режиссера Уильяма Уайлера замечателен. Я уже говорил о том, что с 8 лет, когда впервые увидел эту картину на советских экранах, полюбил ее на всю жизнь. И сегодня считаю одной из лучших лирических комедий в истории мирового кино. Какие у вас красивые волосы.
Сделать укладочку? Нет, только остричь. Остричь? Угу. Пожалуйста. Значит, вот так? Короче. Короче? Так. Выше. Так. Еще выше. Где же? Здесь. Здесь. А вы уверены, мисс? Да, уверена. Режьте. Все резать? Вы действительно все уверены? Да. Да. Режу. 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 Ага. Или артистка? А? Художница? А, я знаю. Вы манекенщица. Да? Угадал. Благодарю. Ну, вот и все. Отлично получилось. О, вам так идет эта прическа. И ведь так прохладнее. Прохладно, да? Да. Это как раз то, что мне хотелось. Спасибо. Возвращаюсь к Кэтрин Хепберн. В Советском Союзе эту актрису совсем не знали. Пока в 1969 году на наши экраны не вышел выдающийся фильм английского режиссера Энтони Харви «Лев зимой», где Кэтрин сыграла в паре с Питером О'Тулом. Она сыграла английскую королеву, и эта роль принесла ей еще одного Оскара. Кэтрин Хепберн в этой роли поражает сочетанием силы и тонкости в своей актерской игре. А ты прекрасно сохранился, Ленар. Я родила 5 мальчиков, 6 девочек и прожила 31 год с тобой. О, как я смогла это вынести? Мне иногда не хватает тебя. Правда? Веришь? Ах, ты моя колючая овчарка. Маленький Джон, значит, будет королем. До меня доходили эти слухи, но я им не верю. А разлуку с Алестой сможешь вынести? От последней привязанности старика, не больше. А тебе тяжело жить в твоем замке? Трудно сначала было, но все позади. Знаешь, я достаточно повидала. Никогда я тебя не выпущу. Ты затевала слишком много войн против меня. И последнюю чуть не выиграла. Достаточно того, что меня выпускают на Рождество, и это дает мне возможность видеть тебя, Генрих. Это немало. А теперь пойдем обедать. Рука об руку. Ладонь в ладонь. Ты, Генрих, мой повелитель. А ты моя госпожа. Должен с грустью констатировать, что никогда больше на советских и российских экранах мы не увидели Кэтрин Хепберн. Но благодаря видеоиндустрии, которая начала у нас бурно развиваться с конца 80-х годов, я смог увидеть ее в других фильмах, в других ролях. Среди них картина американского режиссера Стэнли Крамера «Угадай, кто придет к обеду» 1967 года производства. За роль в нем Кэтрин получила еще одного Оскара. Она играет в нем жену газетного магната, дочь которой приводит в дом своего друга-афроамериканца, за которого хочет выйти замуж. И это в разгар расизма в США. Газетного магната сыграл великий американский актер Спенсер Тресси. Это была его последняя роль, после которой он скончался. У Спенсера Тресси и Кэтрин Хепберн была длительная любовная связь. Он был самой большой любовью Кэтрин Хепберн в жизни. Мэтт, я не хочу с тобой спорить. Все, что я скажу, ты и сам знаешь. Но ты должен знать, насколько ты неправ. Ты совершаешь самую большую ошибку в твоей жизни. После ты будешь горько сожалеть об этом до конца дней. Я тебя хорошо знаю, поверь мне. Ты ошибаешься. Как ты ошибаешься? Я забочусь о ней, и доктор поймет, что я хочу как лучше. Но это еще не все. Странно, что ты об этом не подумал. Доктор примет все, что ты ему скажешь, потому что он очень чувствительный человек, и потому что он это тебе пообещал. Но Джои этого не поймет. Твоя ошибка в том, что ты недооцениваешь собственную дочь. Она пойдет наперекор твоему мнению, она не будет слушать твои объяснения и еще кое-что. До сегодняшнего дня я не думала, что смогу это сказать,
Но когда она восстанет против тебя, чего бы мне это ни стоило, я встану на ее сторону. Второй раз я увидел Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой в американской версии «Войны и мира», снятой режиссером Кингом Видером. Фильм вышел в советский прокат, когда мне было 12 лет. В зрелом возрасте я пересматривал его и должен сказать, что он во всем уступает советской версии, снятой Сергеем Бондарчуком. Кроме краткости, которая является, как известно, сестрой таланта, потому что американский фильм вдвое короче Бондарчуковского. Ну а что касается Наташи Ростовой, то Одри Хепберн во всем превосходит Людмилу Савельеву. И когда я думаю о Наташе Ростовой и Толстовской, то всегда представляю порывистую, бесшабашную и очаровательную Одри и никого другого. Вы любите танцевать? Да, очень. Но теперь я редко бываю на балах. Мне так хорошо, как никогда в жизни. Вы знаете, после того, как вы были у нас в деревне, мы с Соней вас часто вспоминаем. Очень часто. И я тоже с удовольствием вспоминаю этот день. Вы разрешите бывать у вас? Конечно. А скажите, вы сейчас в лунные ночи хотите обхватить себя и полететь? Как вы узнали? Это ужасно. Я невольно слышал. Мое окно было под вашим. Слышали каждое слово, что я говорила Соне? Не знаю, может быть. Что же вы подумали? Ничего. Я пытался уснуть и не мог. Простите, пожалуйста. Позвольте пригласить вас. Благодарю. Если она после следующей фигуры взглянет в мою сторону и улыбнется, она будет моей женой. Следующей картиной с Одри Хепберн, которая шла в нашем прокате, была замечательная комедия «Как украсть миллион» Уильяма Уайлера. Она сыграла здесь в паре с обаятельным Питером О'Тулом. Сыграла очаровательную дурочку, в которую просто нельзя не влюбиться. А теперь слушайте, что я скажу. Мой план таков. В ночь похищения мы с моим планом и книгой заваливаемся в мою постель. Но вы же... Вы же, вы говорите, вы же, это я скажу вы же. Кто рвется в музей выкрасть собственную вещь, но не хочет объяснить, за каким чертом это нужно? Вы же! Но я же объяснила, из-за чего я не объясняю. Не очень отчетливо. Да, вы правы, так бы любой на вашем месте, но я действительно теряю голову. Правда, это не значит, что вы... Словом, я пропала. Пойду сниму эти вещи. Слушайте, только не ревете. А мне что-то попало в глаз. Ничего вам не попало в глаз. Ревете, чтоб меня разжалобить. Да я вовсе... Я не попадусь на это, я слишком суров. Знаю, и я пойду. Уходите. Ну-ну, давайте. Уходите. Идите. Встретимся у музея в 17:30. Быть у меня что-нибудь спросите, я вас стукну ведром. Да, сэр. Слушаю, сэр. Возвращаюсь к Кэтрин Хепберн. За свою 66-летнюю карьеру она сыграла 44 роли в полноэкранных фильмах, 8 в телевизионных и 30 роли на сценах театров. Ее роли обладают жанровым разнообразием. Это комедии, драмы, трагедии, роли Шекспира и бродвейские мюзиклы. Последнего «Оскара» она получила за роль в фильме «На золотом озере», снятом в 1981 году режиссером Марком Райделом.
Фильм рассказывает о взаимоотношениях пожилых родителей, их роли исполняют Генри Фонда и Кэтрин Хепберн, и их дочери, ее играет Джейн Фонда. Посмотрите на нее. Да, посмотрите, фантастическое зрелище. Норман, тут так красиво. Все пробуждается. Крохотные птички, крохотные листочки. Я видела целую россыпь цветочков рядом с погребом. Я забыла, как они называются. Такие крохотные желтенькие цветочки. Ты поможешь мне с этими чехлами? Больше все равно нечего делать. Давай. Что ты делала в лесу? Норман, а как ты думаешь? Я собирала дрова. Я встретила милую пару. Где? В лесу. Пару человек? Нет, антилоп. Конечно, человек. Они говорят по-английски? Конечно, говорят. Но это милая пара среднего возраста, как и мы. Если как мы, то они не среднего возраста. Нет, среднего. Средний возраст означает середину жизни. Люди не живут до 150 лет. Мы на крайней границе среднего возраста. Вот и все. Нет, мы не среднего возраста. Ты старая, а я древний. Тебе за 70, а мне за 60. И очень даже. Ты весь день собираешься обсуждать это? Если ты захочешь. Кэтрин Хепберн известна своей отдаленной жизнью от общества. Она не любила давать интервью или общаться с поклонниками. Она не любила светской жизни, считая ее пустой тратой времени. Она никогда не участвовала в мероприятиях вручения Оскара. Фигурки, которые присуждались ей, обычно получали и передавали ей ее сотрудники. После 70 лет она часто говорила: «У меня нет страха смерти. И я уже давно предвкушаю это событие. Смерть будет так прекрасна. Это сладкий и вечный сон». Актриса умерла 29 июня 2003 года, через месяц после своего 96-летия. Ты не хочешь попрощаться с озером? А у тебя хватит сил? Думаю, да. Но если я свалюсь в воду, значит, я ошибся. Бога ради, тихо. Я могу справиться только с одним приступом в день. Привет. Привет. Хочешь танцевать? Или предпочитаешь сосаться? Норман, ты удивительный тип. Этан, слушай. Гагары. Они приплыли, чтобы попрощаться. А теперь будем завершать рассказ о младшей Хепберн. Если для американцев главной актрисой всех времен является Кэтрин, то европейцы и зрители России отдают предпочтение Одри. Я сам отдаю ей предпочтение, потому что Одри Хепберн во всех своих ролях, даже самых неудачных, всегда очаровательна. Последняя из четырех картин с ее участием, шедших в советском прокате, был киномюзикл «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкера, где Одри Хепберн сыграла роль Элиза Дулиттл. Фильм имел большой успех в России и во всем мире. Однако люди, искушенные в театральном искусстве, понимают, что Элиза Дулиттл – это не роль для Одри Хепберн. В характере Одри не хватает грубой агрессивности, необходимой для исполнения роли невежественной простолюдинки, какой описал ее Бернард Шоу. Здесь больше подошла бы Джейн Фонда или Фэй Дануэй. Однако фильм при этом имел бы гораздо меньший коммерческий успех, как предполагали продюсеры. В этом-то и особенность коммерческого искусства, что продюсеры на первый план ставят экономическую, коммерческую выгоду, а художественное достоинство только на второй. All I want is a room somewhere, far away from the cold night air. With one enormous chair, oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of coal making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet, oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely blue. Still, I would never budge till spring.
crept out of a windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, 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 lovely? С моей точки зрения, Одри Хепберн получилась героиня, как всегда, очаровательная, но далекая от жизненной достоверности. Увидев ее однажды, я больше никогда не возвращался к этому фильму, сделав исключение лишь для того, чтобы снять пародию на плагиат в музыке, которую мы изготовили вместе с моим партнером, композитором Алексеем Заливаловым, для нашей телевизионной программы «От форте до пьяно». Предлагаю ее вашему вниманию. А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию факты, которые подтверждают и убедительно то, что композиторы при сочинении музыки получают как бы подсказку свыше, из тех небесных сфер тонкой энергии, в которых и хранится вся музыкальная информация мира. Это подтверждается еще и тем, что некоторые композиторы, проживающие в разных широтах, принадлежащие к разным национальным культурам, получают в виде космической подсказки одни и те же мелодии. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. И все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. Мигнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. I only know when he began to dance with me. И вспомню вам ответ. А теперь попробуем наложить эти мелодии друг на друга.9 мая 1924 года в Москве родился Булат Акуджава. Российский поэт, бард, прозаик, сценарист, композитор. Один из самых ярких представителей жанра авторской песни. Когда с окраин раздается еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленькие оркестры под управлением любви, надежды маленькие оркестры под управлением любви. Булат Акуджава родился в семье большевиков, которые приехали в Москву из Тбилиси для партийной работы. В 1937 году был арестован его отец и расстрелян. Тогда же были арестованы и два брата отца и расстреляны, как сторонники Троцкого. Сестра отца была расстреляна в 1941 году.
А мать была арестована в 1938-м и сослана в Карлак, лагерь в Средней Азии. 14-летний Булат уехал тогда жить к родственникам в Тбилиси. В апреле 1942 года Булат Акуджава добился досрочного призыва в армию и пошел воевать на Кавказский фронт. Он был ранен и в 1944 году был демобилизован, вернулся в Тбилиси. Поступил на филологический факультет Тбилисского университета, окончив который, работал несколько лет под Калугой школьным учителем. А после разоблачения культа личности и реабилитации обоих родителей возвратился в Москву. Вот стихи этого периода, в которых поэт обращается к Сталину. «Ну что, генералиссимус прекрасный, твои клешни сегодня безопасны. Опасен силуэт твой с низким лбом. Я счета не веду былым потерям, но пусть в своем возмездии и умерен, я не прощаю, помня о былом». Акуджава ненавидел Сталина, из-за которого были убиты все его родные. И это понятно любому нормальному человеку. Когда я читаю строки «Опасен силуэт твой с низким лбом», я всегда вспоминаю тех многочисленных сталинистов, с которыми сталкивался в жизни, и которых сегодня хватает, как раковых клеток в больном организме. Акуджава начал выступать со своими песнями на концертных площадках Москвы и Ленинграда, завоевывая популярность. С появлением магнитофонов его имя стало широко известно в стране. Высоцкий называл его своим духовным учителем. Фильмы Акуджавы стали звучать в кино. Я хочу вспомнить некоторые из них. В 1962 году вышел фильм режиссера Правова «Цепная реакция», где Акуджава сыграл эпизодическую роль пассажира троллейбуса и исполнил свою знаменитую песню. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, верши по бульварам кружение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. В 1970 году на экраны вышел фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором прозвучала песня Акуджавы «Нам нужна одна победа». Это была выдающаяся картина, и песня Акуджавы обрела необычайную популярность. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон, лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим,
И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Зрители очень тепло встретили фильм Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша» с Олегом Далем в главной роли, который был снят по сценарию Булата Акуджавы. Акуджава сам сыграл в нем эпизодическую роль и исполнил свою новую песню. Детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти болезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Как прозаик, Булат Акуджава наиболее известен своей автобиографической повестью «О днях войны» «Будь здоров, школяр», а также историческими повестями и романами, или, скорее, фантазиями на историческую тему времен декабристов и войны 1812 года. Акуджава умер в Париже 12 июня 1997 года, а похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Заканчивая разговор о Булате Акуджаве, мне хочется вспомнить еще одну его песню. Мне кажется, что в России нет человека, которому были бы незнакомы слова «Ваше благородие, госпожа удача». Это слова песни из фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Слова Булата Акуджавы, музыка Исаака Шварца, а исполняет ее легендарный артист Павел Луспекаев. Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович. Сорвешься! Стой! Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Седьмого мая 1833 года в Гамбурге родился Йоганнес Брамс, великий немецкий композитор и пианист, один из самых ярких представителей романтизма в музыке.
Великий немецкий композитор Роберт Шуман писал: «Я знал и надеялся, что грядет он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чье мастерство не проклевывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным цветом. И он явился, юноша светлый, у колыбели которого стояли грации и герои. Его имя – Йоганнес Брамс». Так высокопарно выражались в то время. Йоганнес Брамс рос в музыкальной семье и первые уроки музыки получил от своего отца. Тот научил его играть на многих инструментах, и в 10 лет Брамс выступал как пианист с музыкальными ансамблями. А в 14 он давал концерты как пианист-исполнитель. Параллельно он много сочинял. Друзья-музыканты показали ноты с сочинениями юного Брамса великому композитору и пианисту Ферренцу Листу, непререкаемому авторитету в музыке. Тот, проиграв с Листа сочинение Брамса, пришел в неописуемый восторг и сразу причислил юного Йоганнеса к числу ведущих немецких композиторов, помимо себя и Рихарда Вагнера. В 1853 году 20-летний Брамс познакомился с Робертом Шуманом, которого считал гением. Шуман и его жена-пианистка Клара Шуман пришли в восторг от сочинений Брамса и стали самыми верными его поклонниками. Я тоже полюбил Брамса, когда учился в музыкальной школе и играл его произведения для фортепиано. Они поражали меня красотой гармонических переходов, по которым всегда можно узнать музыку Брамса. А потом я стал страстным поклонником симфоний Брамса, которые считаю гениальными. Например, прекрасную щемящую мелодию Третьей симфонии. Эта мелодия симфонии Брамса вдохновила французскую писательницу Франсуазу Саган написать роман «Любите ли вы Брамса?». А затем французский кинорежиссер Анатолий Литвак снял фильм по этому роману с участием Ингрид Бергман, Энтони Перкинса и Ива Монтана. А композитор Жорж Орик, использовав эту мелодию, сочинил лейтмотив к фильму. Этот лейтмотив стал главной удачей картины. Thank you.
Самыми популярными произведениями Брамса во всем мире являются его венгерские танцы. Их 21, и каждый из них обладает своей оригинальной мелодией и красотой. И у каждого меломана есть свой любимый танец из 21. Брамс был человеком прямым и ироничным. Его высказывания запоминались современниками и сохранились в исторических анекдотах. Вот некоторые из них. Один молодой композитор обратился к Брамсу с просьбой оценить его новое произведение. Брамс долго и внимательно изучал партитуру, затем покачал головой и спросил: «Молодой человек, а где вы покупаете такую хорошую нотную бумагу?» Один начинающий композитор написал песню на стихи Шиллера и попросил Брамса прослушать ее. Брамс прослушал песню и заметил: «Теперь я убедился, что стихи Шиллера действительно бессмертны». Однажды Брамс аккомпанировал посредственному виолончелисту и намеренно играл слишком громко, чтобы заглушить его плохую игру. После выступления виолончелист был очень недоволен и заявил, что он сам себя не слышал. «Да вы просто счастливец», – сказал Брамс. Брамс долго лечился на одном модном курорте и пил минеральную воду. Когда курс лечения был закончен, врач спросил его: «Всем ли вы довольны? Может быть, у вас чего-нибудь не хватает?» «Благодарю вас. У меня все на месте. Все мои болезни, которые привез сюда, увожу с собой обратно». Организаторы одного большого советского приема очень хотели заполучить к себе Брамса. Они решили сделать композитору приятное и доставили ему список всех приглашенных и предложили вычеркнуть тех, кто ему не угоден. Брамс просмотрел список и вычеркнул свою фамилию. Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене этого дома после вашей смерти!» Брамс меланхолично ответил: «Сдается квартира!» Как мы видим, Брамс обладал чувством юмора. Несколько мрачноватым, но на то он и немец. Однако, в отличие от Адольфа Гитлера, который тоже был немцем и совсем не обладал чувством юмора, и ненавидел Чаплина за то, что тот высмеял его в своем фильме «Великий диктатор», я убежден, что Брамс с восторгом воспринял бы прочтение своего венгерского танца Чаплином. В этом эпизоде из «Великого диктатора» проявилась и остроумие замысла, и актерская изобретательность, и необычайная ловкость и музыкальность этого гениального комедиографа. Cents, please. Брамс – прекрасный композитор, которого любят во всем мире.
которым восхищаются самые выдающиеся музыканты мира, и это справедливо. И меня тем более удивляет негативное отношение к его музыке со стороны Петра Ильича Чайковского, который не находил в ней ничего хорошего. Он писал о Брамсе так. «Это один из заурядных композиторов, без малейшего проблеска самобытного дарования, бездарный, полный претензий, лишенный творчества человек. Его музыка не согрета истинным чувством, мне нет поэзии, но зато громадные претензии на глубину. Брамс, как музыкальная личность, мне просто антипатичен, и меня злит, что эта самонадеянная посредственность признается гением. А меня злит и возмущает несправедливость Чайковского по отношению к гениальному Брамсу». Петр Ильич напоминает мне упрямую, капризную женщину. И поскольку следующая страница нашего выпуска посвящена Чайковскому, исходя из даты его рождения, я решил слегка поквитаться с ним за Брамса. Седьмого мая 1840 года в поселке Воткинск Вятской губернии родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Сегодня Чайковский один из самых популярных композиторов в мире. Особенно его любят в Японии. Мне рассказывали знакомые музыканты из оркестра Петербургской филармонии, что не любят ездить в Японию, так как там от них ждут только исполнения Чайковского, а на бис просят играть музыку из «Лебединого озера». В нашей стране «Лебединое озеро» ассоциируется со смертью вождей, и мы всегда с надеждой ожидали и ожидаем, когда с утра по центральному телевидению покажут этот замечательный балет. Что касается кинематографа, то экранизированы все оперы и балеты Чайковского, а про него самого снято несколько фильмов, самый культурный из которых – фильм «Чайковский» Игоря Таланкина с участием Иннокентия Смоктуновского. Я рассказывал про него в одном из выпусков в связи с датой рождения Иннокентия Михайловича. А в другом выпуске я рассказывал про нетрадиционную трактовку опер Чайковского на западной сцене и показывал, как это происходит во фрагментах из своих авторских программ. Я сам очень люблю музыку Чайковского, а отдельные произведения и фрагменты из них считаю вершиной музыкального искусства. Однако, выполняя свое обещание поквитаться с Чайковским за Брамса, я хочу предложить вам свои видеорассказы о Чайковском. Но хочу предупредить, что не ручаюсь за достоверность сообщенных там сведений. И вы нигде не найдете подтверждения тем фактам, о которых там рассказывается, потому что об этих фактах знаю только я и никто другой. Известно, что Чайковский – самый популярный из классиков в мире. Его обожают в Японии и в США. Больше всего любят его балеты. Да, и самое любопытное, что трактовки балетов Чайковского бывают совершенно неожиданными. Здесь играют роль национальные особенности исполнителей и новаторские поиски балетмейстеров в области формы. Вот известное всем классическое исполнение танца маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Вот как выглядит этот же танец в исполнении национального балета Таиланда. Ансамбль «Ронго-Ронго» с островов Полинезии танцует Чайковского в своем характерном для них стиле. Прочтение танца. Обратите внимание, что здесь вместо четырех маленьких лебедей три, причем разноцветные. А вот этот же танец в мужском исполнении. Обратите внимание, что танцоры трактуют его как танец трех гусей. Музыка.
Петр Ильич Чайковский принадлежит к тем великим музыкантам, подробности жизни которых нам всегда интересны и дороги. Сегодня мы хотим рассказать о попытке создания Петром Ильичем концерта для балалайки с оркестром. В 1862 году Чайковский получает заказ от патриотически настроенных композиторов «Могучей кучки» написать русский концерт для знаменитого балалаечника Андреева. Вдохновленный этим проектом, он вскоре репетирует с оркестром. В концерте для балалайки с оркестром композитору удалось раскрыть богатые возможности этого замечательного инструмента, который по праву мог бы стать лидером среди других инструментов симфонического оркестра. Однако в кругах российских музыкантов оказались люди, которым были чужды патриотические настроения. Раболепствуя перед Западом и отрицая самобытность русской музыки, эти деятели культуры пытались насаждать в России культ западноевропейской музыки. Такими воинствующими космополитами были известный пианист Николай Рубинштейн, критик Ларош и композитор Мендельсон. Они предложили Чайковскому передать партию балалайки западному инструменту под названием «Рояль». Но Петр Ильич, будучи человеком принципиальным, не принял их предложение. Встретив решительный отпор, эти деятели отступили, но не успокоились. Ночью в спальню к Чайковскому была подослана их агентка, известная танцовщица Ида Рубинштейн. Зная о привязанности Петра Ильича к маленьким лебедям, она решила сыграть на чувствах композитора. Однако то, что удавалось с другими музыкантами, на этот раз не прошло. Враги просчитались. Они не учли, что всем женщинам мира композитор Чайковский предпочитает классическую музыку. Настал долгожданный день премьеры. Вся патриотически настроенная Москва собралась, чтобы услышать новый концерт любимого композитора. Однако враги не дремали. Потерпев полное фиаско с автором концерта, они решили дезавуировать главного исполнителя. Между тем приближалось начало концерта. Петр Ильич оказался в крайне трудном положении. Но тут появился Ларош. Он предложил композитору поменять солиста. Будучи в безвыходной ситуации, Чайковский вынужден был согласиться. И вот долгожданное начало концерта. Дьявольский замысел космополитов близок к своему воплощению. Однако ни музыканты оркестра, ни публика, собравшаяся в зале, ни сам композитор ни о чем пока не догадываются. В какой-то момент Чайковский заподозрил неладное, но отступать было поздно. Вот как все это произошло в действительности.
таком виде этот концерт дошел до нас. Но, к сожалению, его первоначальный вариант так и остался неизвестен публике. Этот эпизод отражает борьбу национальных и космополитических тенденций в русской музыке. Ту борьбу, которая, начавшись полтора века назад, продолжается и по сей день. Любопытно, что после триумфального исполнения первого концерта Чайковского Николай Рубинштейн возглавил Московскую консерваторию. Антон Рубинштейн – Петербургскую. Артур Рубинштейн – Нью-Йоркскую. Ида Рубинштейн – Парижский гранд-опера. А их потомок Максим Рубинштейн выпускает сегодня спирт под названием «Рояль». Тот самый рояль, которым еще вчера были уставлены все винные прилавки страны. И я не удивлюсь, если завтра на винных прилавках появится водка под названием «Лебединое озеро». А это ты видел? Водка Чайковский. Я думаю, что эта водка сыграет свою роль в музыкальном воспитании нашего народа. Кто-то выпьет и помянет добрым словом Петра Ильича. А кто-то, выпив, может, захочет послушать его музыку. Да. Если этот эксперимент пройдет удачно, и интерес народа к музыке Чайковского увеличится, я полагаю, что можно продолжить популяризацию наших отечественных композиторов. Ну, кому не захочется попробовать, например, портвейн Дергомышский. Или ликер Глинка. Или ром Шостакович. Или коньяк Хачатурян. Армянский коньяк Хачатурян. Отлично звучит. А закусывать при этом нужно только с зарубежными композиторами. А ну, колбасой Вивальди. Или сыром Масне. Или конфетами Моцарт. Ха, отличная идея. О, предлагаю выпить Чайковского и закусить Моцартом. Ваше здоровье. На этом мы заканчиваем 32-й выпуск программы «Дом культуры» и приглашаем вас в гости на 33-й.